Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал СЭ, какие санкции могут применить к «Спартаку», если в предстоящем матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» будут зафиксированы кричалки расистского характера со стороны болельщиков красно-белых. На первом домашнем матче в этом году против Краснодара «Спартак» по решению КДК РФС был наказан закрытием трибуны из-за расистских кричалок в адрес голкипера «Локомотива» Гильерме. Что может грозить московскому клубу, если подобные нарушения повторятся на игре с «Зенитом»? Сразу хочу сказать следующее. Контроль за поведением зрителей осуществляет делегат матча. Основанием для возбуждения дела в КДК РФС является его рапорт. Нарушения бывают разные, скандирование, пиротехника и так далее. «Спартак» был наказан закрытием трибуны на матче с Краснодаром по причине скандирования расистского характера. Мы надеемся, что данное нарушение со стона фанатов этого клуба не повторится. Также замечу, при вынесении того решения мы предупредили ФК «Спартак» о том, что в случае рецидива к клубу будут применены более строгие санкции. То есть теоретически, дерби «Спартак» ЦСКА в первые выходные апреля может пройти без зрителей, если на игре с «Зенитом» вновь будет зафиксировано проявление расизма со стороны болельщиков хозяев поля. Да, это так. Но я не люблю слово «если». Рассчитываем на то, что никаких нарушений не случится. При этом, опять же замечу, что ФК «Спартак» предупрежден о возможных последствиях. Действительно, могут быть приняты более строгие меры, вплоть до закрытия двух фанатских трибун или проведения матча без зрителей. Виталий Айрапетов.